Йоу, привет, это народ, мои подписчики. Это скоро жара, скоро лето. И я приготовился на лето, но купил себе мопед. Ну и сегодня будем его делать очень крутым. Дал-то я за него вот 40 долларов, и это моя мечта сбылась, и я очень доволен. Сразу-то я, когда его взял, залил полный бак бензина, и у меня еще в запасе 2 литра бензина еще есть с собой. Ну, у меня мопед, так это, ну, по документам и черный. Ну и также я его буду красить черный. А во-вторых, ну и добавлять еще желтый. Думаю, получится все просто, да, обалденно. Ну это, ну сейчас это будем-то разбирать, ну, мопед, и погнали со мной. Это мы все аккуратно обработали, вот, и как это есть обед, и это сейчас будем начинать его красить. Голова покрашена, смотрите сами. У меня будет, ну, это на этом районе самый крутой мопед. Ну, это в опасном селе. Ну, это вот он, что вы сегодня увидите, это супер. А завтра еще лучше будет. Смотрите, не забудьте, ну, на канале, ну, подписаться и поставить лайк, потому что это мой мопед.